Моє вітання, з вами Дар'я Назарова і це запитання депутату. Запорізька міська рада підписала меморандум з міжнародною фінансовою корпорацією IFC щодо іноземного інвестування у розвиток міста. Під час зустрічі обговорювали можливості та комплексні рішення для пріоритетного розвитку інфраструктури. Що це дасть Запоріжжю та чим ризикує місто? Про це сьогодні говоримо з секретарем міської ради Русланом Пидоричем. Пане Руслане, вас вітаю. Добрий день. Минулої сесії розглядали дуже багато питань. Вони стосувалися, зокрема, і охорони здоров'я, і комунального фонду. Проте підіймали питання щодо підписання меморандуму за IFC. Що це дасть нашому місту? Ну, прежде всего, это даст свободные деньги, которые мы можем освоить без привлечения именно местных бюджетных денег, на которые мы будем, каждый год планируем их развитие. Ну, надо для себя четко представлять, что международная компания вышла с предложением о том, что говорит, мы готовы вам дать на определенный промежуток времени под определенные проекты 55 миллионов евро. Это очень крупная сумма. Я даже не знаю, сколько лет надо, чтобы мы аккумулировали свой местный бюджет для того, чтобы набрать такую сумму и смогли бы реализовать какие-то направления. Поэтому я считаю, это очень хорошее предложение. И это прекрасный шанс для громады вот, достаточно за короткий период времени как бы очень хорошо сдвинуть те направления, по которым будет финансироваться согласно этому направлению. Финансирование предусматривает в основном основное как бы, направление – это энергосбережение, то есть четких каких-то рамочных таких условий нет. В основном как бы, те программы, которые касаются энергоэффективности и энергосбережения. И мы будем активно этому содействовать как депутаты, будем помогать обязательно в этом случае, поддерживать это направление. А можно быть детальнейше самые про те проекты, именно? Какие будут финансоваться? Сейчас есть только вот как бы рамочные такие направления, о которых можно говорить. Почему? Потому что, насколько возможно, вам неизвестно, ну, по крайней мере, мы уже знаем, что работает группа экспертов, которая уже приехала по этому соглашению, и они сейчас отбирают проекты, которые планируют реализоваться в течение 2000 года. А кто до склада группы вошел? Это не наши эксперты, это эксперты, которые набирают непосредственно на эту корпорацию, и они формируют перечень экспертов. Мы даже как бы не включаемся туда. Я имею в виду со стороны как бы мониторинга. Со стороны нашей вот именно громады, там участвуют все специалисты профильные исполкома, которые ведут и освещение, и энергосбережение, и МТМ. То есть, в принципе, все, которые нужны, мы всех специалистов со своей стороны предоставляем. Персонально не скажу, потому что там эти фамилии никому ничего не скажут. Да? Но дело в том, что там идет очень плотное взаимодействие с исполнительной властью. Они затребуют все документы, которые необходимы им для того, чтобы провести свои экономические расчеты, насколько это эффективно для них будет, насколько это период окупаемости в каком-либо проекте будет быстрый, насколько быстрый, насколько длительный он будет. Почему? Потому что планируется два транша. Первый транш планируется 23 миллиона евро, и это считается как бы на короткий период, который имеет максимально быстрый период эффективности, быстрый период окупаемости. Туда входит наше освещение, туда входят наши светофорные объекты, туда входит направление обеспеченное место, туда входит электротранспорт, который закупает наш Запорожье электротранс. То есть те процессы, которые как бы не надо строить, а надо просто инвестировать, закупить и установить. Они дадут максимальный эффект. То есть это все планируется в ближайший год. Как только они этот период закончат и реализуют этот объем инвестиций, пойдет второй период, который касается 32 миллионов евро. То есть еще интереснее, еще эффективнее, но там уже предусматривается, тоже в рамочных таких, то есть гарантировать ничего нельзя и говорить однозначно, что только в этом направлении будет работать. Но в принципе меморандумом предусмотрены такие направления, как работы по водоканалу, по их направлениям, по МТМ. Возможно, там будет предусмотрена реконструкция каких-либо там котелей, может будет предусмотрены какие-то установки ИТП, индивидуального пункта отопления. То есть направление настолько широкое, что сейчас конкретно сказать, где будут вложены деньги или куда они не пойдут, ну, достаточно сложно. А сколько будут тратить эти периоды? Первый период, второй? Ну, на данный момент планируется, как бы, насколько мне известно, это работа в течение этого года и в течение 2000 года. Работа экспертной группы, которая определит эти проекты. А потом уже просто будет реализация, будет инвестиции.
будет реализация проектов, ну и, соответственно, мы потом уже через время будем возвращать сумму кредита. А какие особисто у вас есть побоювания? Нет. Все-таки это кредит, снова. Смотрите, на самом деле, ну, как бы те риски, о которых там очень громко кричали на сессии, да, начиная сейчас некоторые там нагнетать ситуацию в социальных сетях, ну, давайте говорить откровенно. 10 гривен сейчас – это совершенно другие 10 гривен, которые будут 13 лет назад. Это мы должны четко для себя понимать. И деньги здесь и сейчас, они всегда гораздо более важнее и гораздо более ценные. На самом деле, кредитная ставка, она, не могу сказать, что минимальная, но она гораздо интереснее даже, чем те условия, которые предлагают нам наши государственные институты финансовые. Вот в меморандуме ограничена кредитная ставка не более там, от 5,5% до 6,5%. То есть, то есть это достаточно такие хорошие условия, на которых можно спокойно работать. И я же очередной раз хочу акцентировать внимание на то, что эти деньги будут здесь и сейчас. То есть их не надо ждать, это период не 10, не 15 лет, не 5 лет, это буквально там 2-3 года реализации, и за 2-3 года планируется инвестировать весь этот объем денег. Які ще меморандуми та документи підписав тоді на форумі Володимир Буряк? Насчет городского головы я знаю только об этом меморандуме. Почему? Потому что мы голосовали и тогда поддерживали его на сессии городского совета. Но я знаю, было несколько еще меморандумов подписано, и один из них это касается озеленения города Запорожья. Да, но это меморандум, который был подписан со стороны Мединвест. Мы его не видели сейчас. Мы только как бы слышали, мы знаем о том, что это очень хорошее направление, очень перспективное направление в плане озеленения города Запорожья. Дело в том, что этот меморандум касается трех городов. Это Мариуполя, Запорожье и Кривого Рога. И Мединвест вышел с такой инициативой о том, что мы за какой-то период времени, ну, тоже у меня нет понимания, за какой период времени, планируем инвестировать там около 400 миллионов гривен на озеленение этих трех городов. Это прекрасное предложение, только на данный момент нет понимания ни в какой пропорции, ни когда это произойдет, ни в каком виде это будет происходить. То есть мы не понимаем. Почему? Потому что сам меморандум это есть просто соглашение. Я уверен на 150%, что буквально скоро родится документ, в котором будет прописано все. Ну, если не досконально, то по крайней мере направления, программы, движения, объемы финансирования. И мы более подробно можем с ним, ну я думаю, что в следующем году уже можно его обсуждать. Ну, если мы уже с вами зачепили эту тему, давайте сейчас я вам пропоную послушать комментарий мэра. А потім повернемось до розмови. Ця співпраця сьогодні – це те, що група «Мединвест» вкладає свої кошти, кошти для того, щоб покращити ситуацію екологічно в місті Запоріжжя. Це так і є на сьогоднішній день. І ось вже сьогодні, підписуючи цей меморандум, цю співпрацю, ми якби продовжуємо ту роботу, яку ми вже ведемо не один рік. І ще хотів би сказати, побільше б таких інвесторів і спонсорів в кожному місті нашої країни. А поясніть нам, про яку роботу говорив Володимир Буряк? Скоріше всього, він мав в виду, це ті меморандуми, які були підписані на екоформі. Дело в том, что в начале конвенции нашей проходил один из первых экологических форумов в городе Запорожье. Тогда тоже был подписан меморандум между, ну тогда не Мединвест выступал лицо, а выступал, по-моему, могу, конечно, ошибаться, но у меня осталось как бы в памяти, что это было Запоросталь, был там Матросич, были другие наши крупные предприятия, которые подписали меморандум, которые имеют отношение к озеленению города Запорожья, к проведению каких-то я точно не могу тоже сказать каких, но каких-то видов работ по озеленению, по высадке деревьев, там, по высадке травы, посеву травы и тому подобное. При этом эти предприятия брали обязательства за свои внутренние средства это сделать. То есть город Запорожье не препятствует этому процессу, а эти предприятия выполняют эти обязательства за свои внутренние средства. Вот поэтому, ну, скорее всего, голова и говорит про эти направления, которые есть у нас. Але все ж таки, кредитування IFC, кредитування Мединвесту – це довготривалі проєкти. Ні, Мединвест – це не кредитування. Це без... Если кредитование IFC, мы понимаем, что нам надо что-то за это будет платить. Да, это просто, это как благотворительная такая безвозвратная помощь.
которая даст возможность улучшать. То есть это не есть кредит, мы не рассматриваем его с точки зрения как кредита. Але при цьому це ж довготривалий проект, я правильно розумію? Чи сьогодні в реаліях сьогодення може Запоріжжя дозволити? Іменно сьогодні це невозможно просто фізично зробити. Ну, то есть ми розуміємо, що фінансовий год закінчується, да? Ми в декабрі місяці у нас где-то примерно 18-х числах буде бюджетна сесія. Ми розуміємо, що казначейство 20-го числа закриває свою діяльність, і все, що не зроблено, воно все уйде на наступний. Так как объемы инвестиций достаточно серьезные, мы понимаем, что все это будет осваиваться только в 2020 году. Это в лучшем случае. То есть если по IFC мы понимаем, что в 2020 году уже пойдет финансирование, то по меморандуму, который касается озеленения, у нас сейчас этого понимания нет. Если оно будет, это великолепно. Ну, если не будет, тогда будем ждать, что оно появится в 2021 году. Я не могу сказать, я просто не знаю, оговорены сроки, не оговорены в этом меморандуме, который касается озеленения. Ну, мне кажется, что на данный момент как бы пока говорить об этом рано. Надо ждать окончательных документов, которые... Ну, и там, бачу, зараз депутатский корпус, я так розумію, що і виконком готується більше до бюджетної сесії. Конечно, это самое главное. Тим бачу, що вже опублікований другий варіант бюджету державного. Я, ну, державний бюджет нас на самом деле не сильно интересует, потому что где Киев, а где город Запорожье. Але при цьому це все взаимопов'язано. Ну, они в основном эта связка идет вот по нашей реверсной дотации, которая есть, по большому счету, у нас просто собирать эти деньги будет. Ну, это тоже не касается никак бюджета. И говорить о том, что мы ожидаем каких-то там субвенций, серьезных субвенций со стороны государства, ну, тоже таких ожиданий нет. Поэтому, если даже эти ожидания и исполнятся, ну, дай бог, да, когда-нибудь, мы всегда можем подкорректировать наш бюджет, что мы, в принципе, и делаем каждую нашу сессию. А тот бюджет, который мы будем в 18 году, 18 где-то или 20 декабря принимать, это тот бюджет, который мы четко будем планировать именно наши средства, которые были аккумулированы или которые будут аккумулированы в городе Запорожье за определенный период. Уже есть направление, мы прекрасно для себя понимаем, сколько будет направление потрачено на ЖКХ, сколько будет на благоустройство, на электротранспорт и тому подобное. То есть базовые как бы, направления у нас есть, понимаем примерные объемы финансирования, которые у нас будут поступать от налоговых обязательств, которые на данный момент есть, и от тех доходов предприятий, которые тоже на данный момент существуют у нас и работают. И вот, в принципе, как бы общее понимание бюджета есть, но это далеко до того еще момента, пока надо голосовать. Сейчас буду коррегироваться, изменяться, звичайно. Я думаю, что обсуждается. Вот сейчас мы войдем в активную фазу, мы проведем ноябрьскую сессию, потом пойдет активная фаза обсуждения уже непосредственно самого бюджета. Это самая такая тяжелая фаза, но при этом она самая конструктивная. Хотя, в принципе, этого процесса, ну, не то, что надо как бы особо бояться. Почему? Потому что всегда бюджет можно подкорректировать. Что, в принципе, мы и делаем на протяжении уже всего сезона. Пане Руслане, дуже дякую за те, що ви до нас завітали. А глядачам нагадаю, що сьогодні гостем нашої студії був секретар міської ради Руслан Підорич. Залишайтесь з нами на Z. Побачимось.